1961 году Юрий Гагарин посетил Великобританию. Изначально к его приезду не было запланировано никаких официально деловых встреч. Но после того, как обычные горожане встретили его в аэропорту Лондона аплодисментами, правительство решило изменить план визита. Can you really honestly say that you did not have any butterflies in the tummy before you started? Могу заверить. Yes, I can assure you there were no butterflies, moths or anything else in my stomach. Сама королева Елизавета II пригласила Гагарина в Букингемский дворец на обед. При встрече с королевой Елизаветой произошла неловкая ситуация. Юрий Гагарин не знал, как правильно пользоваться многочисленными столовыми приборами. Неудивительно, ведь в саратовской деревне, где он вырос, стол к обеду не сервировали. Поэтому он просто взял ложку и начал есть. Королева, посмеявшись, сказала: «Давайте есть по-гагарински», и тоже взяла ложку. На память королева сделала фото с Гагариным, нарушив при этом закон королевской этики. Членам королевской семьи нельзя было фотографироваться с обычными людьми. Но королева объяснила это так: Гагарин не земной человек, а небесный. На недавнем онлайн-форуме, посвященном Дню космонавтики, королева Елизавета поделилась воспоминаниями о встрече с Гагариным. He didn't speak English. He was fascinating, and I suppose being the first one, it was particularly fascinating. В память о Юрии Гагарине и его визите в Лондон в столице Великобритании был установлен памятник первому космонавту планеты.